чтобы не ставили в неудобное положение наших народных умельцев, значит, уже сказали сегодня, да? Да, значит, мы вчера решили, значит, вот там, где они торговали на День независимости, эти люди пусть бесплатно там находятся, потому что это наши традиции, там очень много интересных вещей, и это обязательно должно присутствовать. И на это мероприятие, на все последующие их нужно привлекать, без всяких денег, там, за аренду и так далее. И нужно будет им помочь, то есть, если у них будут какие-то вопросы, но связанные с установкой, то если они, скажем так, стоят бесплатно, это не значит, что мы не должны помогать ничего им делать. Я имею в виду, будет у них необходимость там, где, может быть, выделить им там тоже там 300-400 метров этих гирлянд, ну то есть, чтобы украсить также вот эти столы, где они будут, там, ну чтобы это как-то, ну, и просто чтобы не, это место не выглядело так, как будто этих людей там отправили, так чтобы не. Да. Все.